Депутаты Палаты общин согласились с выводами парламентской комиссии, уличившей бывшего премьера Бориса Джонсона во лжи по поводу вечеринок в разгар пандемии. Министерство обороны Украины сообщило, что за две недели вооруженные силы страны вернули под свой контроль 8 населенных пунктов. Официальный визит госсекретаря США в Пекин завершился встречей с председателем КНР. Стороны заявляют о прогрессе и конструктивном диалоге. Сложности с языком – одна из главных проблем украинских школьников в Польше. Курдский мигрант с друзьями создал проект, чтобы помочь им. Палата общин большинством голосов поддержала выводы дисциплинарного комитета британского парламента, уличившего Бориса Джонсона во лжи. Депутаты согласились с тем, что бывший премьер-министр намеренно ввел в заблуждение депутатов в связи с вечеринками на Даунинг-стрит-10 в разгар пандемии. За проголосовали 354 парламентария, против – 7. В качестве дисциплинарного наказания за столь серьезный политический проступок Джонсон лишен права посещать здание парламента без согласования на правах бывшего депутата. Еще до публикации выводов комиссии он сложил в себя полномочия члена парламента. Дебаты и последующее голосование, в ходе которого экс-премьер столкнулся с бывшими членами своего же кабинета министров и предшественницей Терезы Мэй, обнажили раскол в рядах консерваторов по поводу наследия Бориса Джонсона. Это также возмутило страну, которая считает, что сообщения о вечеринках политиков во время строгого локдауна доказывают, что правила для народа не распространяются в равной степени на власть имущих. Несмотря на то, что для многих голосование было символическим, другие утверждают, что одобрение отчета парламентской комиссии с таким подавляющим перевесом – это маленький, но важный шаг восстановления доверия людей к парламенту. Вооруженные силы Украины за прошедшие две недели вернули под свой контроль 8 населенных пунктов, в том числе село Пятихатки Запорожской области, сообщили в украинском Минобороны. В ведомстве отметили, что в общей сложности на юге страны отвоевано свыше 100 квадратных километров территории. Заместитель министра обороны Украины сообщила, что за последние 7 дней российская армия понесла существенные потери. Российская Минобороны ранее заявляла, что попытка украинских войск взять Пятихатки штурмом была отбита. В сводке ведомства за 19 июня говорится об отражении нескольких атак вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, об ударах по местам хранения оружия и военной техники иностранного производства, в частности, об уничтожении реактивной системы залпового огня «Хаймарс». Странам Запада следует ориентировать свою политику на сценарий, при котором война в Украине затянется, сказал в понедельник в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц. Германия будет поддерживать Украину сколько потребуется, но ясно и то, что НАТО не будет становиться стороной конфликта, добавил немецкий канцлер. Die НАТО ist und bleibt der zentrale Garant unserer kollektiven Sicherheit. Wir werden einen großen Teil der Bundeswehr für die Bündnisverteidigung der Allianz verlässlich bereithalten. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал планы Германии повысить расходы на оборону до 2% от ВВП к 2024 году. Ukraine has the right to liberate its own land. And a counteroffensive is now underway. The more land the Ukrainians are able to liberate, the stronger their hand will eventually be at the negotiating table. Решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, приблизит Украину к альянсу, пообещал Столтенберг. Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил встречу в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, стороны добились прогресса и достигли соглашения по некоторым конкретным вопросам. Глава американской дипломатии также заявил о прогрессе. Ранее Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Китая Цинганом и другими высокопоставленными чиновниками. Наблюдатели отмечают, что в ходе встреч ни одна из сторон не проявила желания отступить от некоторых своих позиций, но вместе с тем восстановлена связь на высоком официальном уровне, и процесс может стать основой для проведения саммита с участием лидеров США и Китая.
По словам Блинкина, США выступают против любого изменения статус-кво в тайваньском вопросе, но выражают озабоченность провокационными действиями Китая в Тайваньском проливе. Китай заверил США, что не будет предоставлять военную помощь России, заявил на пресс-конференции Блинкин. Но Вашингтон обеспокоен частными компаниями в Китае, которые, по словам главы Госдепартамента, содействуют укреплению военного потенциала РФ в агрессии против Украины. Для 130 тысяч украинских детей, учащихся сейчас в польских школах, обучение на языке принимающей страны – большая проблема. Но примерно 3000 из них помогает Денис, курдский иммигрант, который вместе с друзьями создал инициативу «Равный равному». I na TikToku. Potem dodaliśmy lekcje online. Codziennie otwieraliśmy od godziny 17. Mieliśmy pomagać odrobienie lekcji języka polskiego. I na początku było trudno dogadywać się z nimi. A teraz już mówię tylko po polsku. Cześć. Jak tam u ciebie idzie? No tak, dobrze. Mam potrzeby języka polskiego. Czy jesteś w stanie mi pomóc? Педагоги подчеркивают, что подобные инициативы направлены не только на изучение польского языка. Они также помогают повысить самооценку и способствуют интеграции в новой стране. Важно то, чтобы их вспирать в их инициативах. Те отдельные инициативы научения языка польского особи украинские, прежде всего, имеют такую вартость, что скрачивают этот дистанс. Если по другой стороне есть особа, которая была когда-то на нашем месте и училась этого языка польского, и теперь его умеет на тыле, что может учить нас, i jej się udało, to znaczy, że ja też będę w stanie się tego języka nauczyć. Teraz, jak zbliża się koniec roku szkolnego, jak ci idzie z językiem polskim? W szkole czuję się o wiele lepiej, ponieważ bardziej zacząłem rozumieć język polski i mogę tak bardziej komunikować się z kolegami i koleżankami z klasu i z nauczycielami też. I czuję się bardziej swobodniej w nauce. Украинским детям пришлось адаптироваться к польской научной терминологии практически за одну ночь. Эксперты подчеркивают, что это огромный труд, который обычно требует много времени. Таким одним из ключевых проблем есть właśnie язык. To znaczy, dzieciaki już potrafią komunikować się ze swoimi rówieśnikami, ale czymś zupełnie innym jest język edukacji, czyli umiejętność zrozumienia poleceń nauczyciela, ale też umiejętność uczenia się o kraniostosłupach, historii Polski, mitozie, majozie, fizyce, biologii, chemii. Tutaj ten język edukacji nabywa się znacznie wolniej. Badacze mówią, że nawet 2-3 lata. Ukrainian children residing in Poland can be enrolled in the Polish or Ukrainian online education system. Therefore, the knowledge of the Polish language among those young people differs, and the next school year will be another challenge. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Испанская железнодорожная компания «Ренфе» с 13 июля открывает сообщение на линии «Барселона-Лион». С 28 июля высокоскоростные поезда начнут ходить между Мадридом и Марселем. Билеты поступят в продажу 21 июня. «Ренфе» выходит на рынок Франции и намерена стать одним из основных операторов в стране, заявил генеральный директор испанской компании Рауль Бланко. Первоначально поезда «Ренфе» будут ходить до Лиона и Марселя, но есть также планы соединить испанские города с Парижем. На политическом ландшафте Европы медленно, но верно происходят существенные сдвиги. Крайне правые партии, считавшиеся до сих пор маргинальными, теперь получают места в правительствах рядом с представителями традиционных правых сил. Последний такой случай произошел в Финляндии, где после 3 месяцев переговоров социалисты отошли в тень, а националистическая партия «Истинные финны», проводившая в основном антииммиграционную и антиевропейскую повестку дня, стала членом коалиционного кабинета. На сегодня к таким партиям правого толка принадлежат министры в 3 европейских странах. Это Италия, Швеция и Финляндия. Тем временем в Испании консервативная народная партия заключила ряд коалиционных соглашений на региональном и местном уровне с праворадикальной партией «Вокс». На восточной стороне континента, в Венгрии и Польше, крайние консерваторы и популисты уже много лет находятся у власти, сформировав альянс против демократии и верховенства права, за который выступают остальные страны Союза. Глава Норвежской комиссии по экстремизму объясняет такие тенденции.
Lots of voters are quite disillusioned with ordinary conventional political parties. And as we've seen, there have been a numerous of globalized crises. First, you had the financial crisis, the pandemic, economic fallout of the war in Ukraine, and cost of living crisis. And in times of crisis, some of these populist far-right parties, they do find quite simple solutions to these very complicated problems, promising to protect the people and also sovereignty against the perceived and real threats from the outside. Сейчас, всего за год до выборов в Европарламент, важно сформироваться устойчивым и влиятельным фракциям с широким электоратом. Нынешнее большинство, состоящее из правых либералов и социал-демократов, скорее всего, ослабнет. В последнее время крупнейшая пока парламентская группа Европейская народная партия открыто заигрывает с консерваторами и реформистами. A stronger election results of extreme forces will push the mainstream in a certain direction, will put it under pressure. Will that lead then to the end of the EU? This is not, I think, what is in the cards, but it could make things more difficult at the European level. And this happening at a time where actually you need a higher level of ambition with respect to the EU's responses to the many challenges we're facing, to the many transformational challenges we're facing, whether it has to do with geopolitics, just look at Ukraine and the international order, look into the green transformation, look into digital transformation. В Испании, где правят социалисты, 23 июля пройдут внеочередные выборы, на которых могут победить консерваторы. Это может еще больше воодушевить сторонников правых сил по всему Евросоюзу и укрепить народников.